Участники очередного этапа спартакиады Дошколята на соревнования решили пригласить главного зимнего волшебника – Деда Мороза. У детсадовцев праздничное настроение, ведь до Нового года остается меньше 2 недель. С наступающим Новым годом, дети! Здоровья, счастья и удачи! Дед Мороз, несмотря на свой преклонный возраст, оказался довольно проворным. Он объяснял ребятам правила прохождения каждого этапа веселых стартов и помогал преодолеть испытания без ошибок. Снегурочка отдавала команды на старте. На старт. Внимание! В первом предварительном этапе веселых стартов спартакиады Дошколята соревновались 5 команд детсадовцев. Такие отборочные туры пройдут в течение 3 дней. И в каждом определят победителя. В финальный этап выйдут только самые быстрые и ловкие. Детям предстояло выполнить 5 эстафет. Задания были и на скорость, и на координацию, и на сообразительность правильно сделать задание, потому что если ребенок делал ошибку в задании, начисляются штрафные баллы. По итогам первого отборочного тура веселых стартов спартакиады Дошколята в финал вышла команда детского сада номер 11. Заключительный этап соревнований запланирован на 20 декабря. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».